Ничто не ускользает от ока правоохранительных органов. 145 камер видеонаблюдения постоянно фиксируют происходящее в городе. И сегодня мы побываем в центре управления нарядами. Мы с вами находимся в центре управления нарядами муниципального управления города Иркутска. В этом зале мы осуществляем контроль взаимодействия с наружными нарядами. Сюда же поступают звонки от граждан, попавших в беду или ставших свидетелями какого-то преступления. Дежурные незамедлительно отправляют наряд на место происшествия. Пиши заявку. Желябова, 14. Там находится женщина, просит помощи. Дежурную часть от граждан, неважно от кого, поступает в зависимости от рабочего дня, либо выходного, ну, порядке от 300 до 400 заявок, которые необходимо отработать, своевременно отреагировать, направить туда экипажи, пресечь преступление. Камеры в Иркутске начали устанавливать в рамках программы «Безопасный город». Это оперативный, круглосуточный контроль ситуации на улицах. Пока камеры установлены по большей части в центре Иркутска, но в скором времени количество видеокамер увеличится. У нас будет расширяться данная система. В дальнейшем планируется по всему городу расставить такие камеры. Конечно, установка камер видеонаблюдения помогает значительно уменьшить количество совершаемых преступлений и ускорить процесс поиска преступников. Есть у нас возможность с помощью видеокамер, которые пишутся в онлайн-режиме, отследить, проверить, взять приметы, своевременно направить туда экипажи, выдать в эфир приметы преступника. Также с помощью данных видеокамер мы ведем контроль за нарушением правопорядка, выявлением преступлений и своевременное реагирование. Здесь, в центре управления нарядами, работают действительно удивительные люди. А как же иначе объяснить, что от их взгляда не ускользает ни единой мелочи, что они не пропускают ни одного звонка? И в этот предпраздничный день хочется пожелать полицейским всего самого наилучшего и поблагодарить за то, что вы всегда готовы прийти на помощь. Уважаемые коллеги, сотрудники милиции, полиции, теперь От всего сердца, от всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Желаю семейного благополучия, карьерного роста и всего самого хорошего. Катерина Золотарева, Максим Юргин. Утренний коктейль.